офисе мы каждый день видим неимоверное количество людей. Очень часто случается так, что кроме привлекательной или, напротив, заурядной внешности, люди не способны увидеть больше ничего. Но ведь за внешним лоском или беспечностью порой скрывается непростая судьба. Насте 24 года, она выпускница Академии МВД. Замужем, любимому сыночку 3 года. Маленько успела поработать в милиции дознавателем и ушла в декретный отпуск. Но судьба так распорядила, что после родов у Насти отказали почки. Сейчас она инвалид первой группы и вынуждена пожизненно раз в 3 дня проходить определенное лечение – диализ, чтобы жить. Внешне она молодая и ничем не обремененная девушка, но все ее руки в синяках от постоянных капельниц и уколов. Настя не унывает, ведь ей есть ради кого жить – ради любимых мужчин, мужа и сына. Здравствуй, Кристина. Привет, Настя. Расскажи, чего ждешь от сегодняшнего дня? Надеюсь на перевоплощение. Очень, конечно, волнуюсь, но профессионалам доверяюсь. Надеюсь, все будет замечательно и мне понравится. А вот и наши мастера. Нина Данилова, хозяйка салона «Его душа» и ведущий мастер. Анна, ее правая рука, превосходный специалист. Они всегда работают в паре, совместно принимая все решения. И мне очень интересно, что же они задумали сегодня, какой станет наша Настя после посещения «Ауры красоты». Девочки приняли решение. Для Насти все самое натуральное. Приступаем. Настя девушка нежная, милая. Оттенок ее волос будет максимально натуральным, чтобы не было заметно, когда начнут отрастать корни, чтобы придать ее образу благородства и мягкости. У Насти нет возможности часто посещать салон, и мастера учли даже это. Очень важно при окрашивании волос Насти использовать безвредный краситель, чтобы больше не навредить ее здоровью. Нам в помощь краситель Изи от компании Лисап из Италии. Эта нано-разработка позволит окрасить волосы надолго. Краситель очень стойкий, и при этом волосы будут блестящие, здоровые и сияющие. Еще мы добавляем светлые блики, которые, как лучики солнца, будут пробиваться из прически, создавая эффект объема. Мы осветляем прядки при помощи специального масла. Это средство позволяет осветлить волосы, не причиняя вреда. И средство содержит масло оливы и миндаля. Волосы Насти ранее были сильно испорчены, но после этого окрашивания они будут вновь живыми и послушными, будут легко расчесываться. Стрижка будет выполнена по технике Vidal Sassoon. Эти стрижки элементарно укладываются, смотрятся элегантно в повседневной жизни. Ведь важно, чтобы с прической вы могли справиться самостоятельно, а не только после салона были красоткой с правильной укладкой. Настя отращивает волосы, поэтому мы сильно не будем укорачивать длину. Стрижка необычна еще и тем, что если собрать волосы сзади, то спереди будет смотреться, что у Насти каре, поэтому можно экспериментировать. Не забудем и про ногти. Наталья укрепит их при помощи шеллака. Это недавнее изобретение ученых. Гибрид лака и геля. Ногти покрываются лаком, затем запекаются в специальной лампе. И все. Отличный маникюр на 2-3 недели, пока ногти не отрастут. Экономия времени и средств. Ну а теперь макияж. Его в ауре красоты делают при помощи профессиональной косметики из Берлина – Криолан. Ее используют в кино и на телевидении. Правильный макияж от мастера салона «Аура красоты» завершит наш замечательный образ. Настенка, ты просто красавица. Мне очень нравится, какой увидел тебя мастер, какой сделал тебе. Мне тоже очень нравится, Кристина. Я как будто в сказку попала про Золушку, а мастера феи сделали такое чудо. Я тоже безумно рада за тебя. Надеюсь, что это придаст тебе уверенности в себе и сделает твою жизнь ярче и интереснее.